В эфире Кунгурского телевидения программа «Город новостей» в студии Дарья Гребнева. Здравствуйте! В начале коротко о главных событиях этого дня. 30 лет полет нормальный. Дошкольное учреждение Кунгура отметило свой юбилей. Народный артист России Олег Газманов попал в ДТП на трассе в Прикамье. Кунгурики вновь показали свои спортивные достижения. Кто стал лучшим из достойных? Об этом не только расскажут сегодня корреспонденты Кунгурского телевидения.